мы решили сделать такой своеобразный тяжелоатлетический марафон. Девять месяцев не толкал. Нормально, здесь. Нормально. Надо поднять. Встаем. Хорошо. Встаем. Встал. Держи грудь. Держи. Давай мощно. Сегодня тренировочку проводим в Москве, в зале Безбородова, в кругу москвичей. И вот они, компания Алексей Безбородов. Всем привет! Мы решили сделать такой своеобразный тяжелоатлетический марафон. Собраться в компании штангистов, профессионалов, любителей, не знаю, как назвать. Когда-то профессионалов, сейчас любителей. И вместе хорошенько потренироваться. Сделать проходочку, да? Ну, кто на что готов, как бы, подбодрить, да, друг друга. Определить, кто самый слабый сегодня. Так что, я думаю, не последний раз. Что планируешь поднять? Ну, я сейчас порвал стойку, сейчас взять ее на грудь. Не тренировался именно в тяжелоатлетическом ключе 2 месяца. И, соответственно, сейчас вот надо начинать подготовку к гульме. Вот. Прошлой тренировки так размялся в рывке, сейчас в толчке, не знаю, взять я на грудь сколько, ну 120-130, может, ворк возьму. Посмотрим, проверим свои силы. Давай посмотрим. Еще у нас здесь ребята с клина, Вадим Чернышов. Всем привет. Набирает форму. Да. К области, да, мы? Попробуем. Что, будешь пробовать? Не знаю. Восстановить форму или к мастеру? Восстановить форму. А к мастеру это уже в будущем, пока не подзабил. К осени уже? Ну да. Ну, сейчас посмотрим. Ты рывок сделал уже? Не, я только толкаю. А, только толкаю? Все, так, чуть-чуть посмотрим. Все, ладно, давай. Анатолий, что у нас ведет, начал вести свой канал в YouTube. Подписывайтесь. Как он называется? Анатолий Орловский? Да, так, как он называется? Когда время есть, да. Бывает. Делает отчеты бывает, недельные. Да. Сейчас начал делать типа что-то вроде недельных отчетов. Правильно. Если кому-то интересно, как бы вот Анатолий Орловский там. Как тренируется, как бы, далекий от профессионального подготовок спортсмен. В прошлом мастер спорта, а сейчас просто любитель. Ну да. Я не говорю бывший, я сказал в прошлом. Хорошо, вот, а сегодня мы решили нагнать вот в отделении тяжелоатлетики, даже городок есть. Фитнес-зона есть, зона тяжелоатлетики, мы решили нагнать сюда больше духа такого спортивного, поэтому мы собрались здесь те, кто активно тренируется. В результате чего здесь в зале на гипомост есть народу больше, чем там в тренажерах. И как-то не странно, мы здесь крепче и сильнее, чем там. Поэтому мы сегодня должны задать тон в этом зале. Хорошо. Алексей Безбородов. Пожелаем успехов. А еще хочу сказать, что у Анатолия и Алексея тренер Нуждин. Очень хороший профессиональный тренер. Сейчас посмотрим на их подготовку. Александр Нуждин, которому на днях будет. Да, кстати, да, через неделю. Мы к нему готовимся. Ну отлично, тогда все, тренировочка. А, я про себя еще хочу сказать. Тренируюсь сегодня 5-й день. После рекорда в толчке рывок был просто никакой. Урвал 60 килограмм через силу. Потом на следующий день протолкал уже 105. И вот сегодня полтора дня отдохнул, планирую пройтись в толчке, хочу поднять больше 115. Получится или нет, посмотрим. Тем более такая компания, я думаю, подзадорит на дополнительные 2 килограмма по сравнению с обычным залом, где тишина, темнота и я один. Выше,
садись. Отлично. Только встречай повыше, чтобы не накидывался там. Да, Короче, надо камеру крутить. Всех не обхватывать. Отлично, отлично. Только пониже надо. Вадим, а у вас зал не другой не дали, все тот же? Под трибунами, да? А у нас свобода. А что? 140, Вадим, идет. Молодец! Еще подойду. Леша, ты предупреждай. Так, Анатолий. Анатолий снимается. Надо поднять красиво. Чуть-чуть отбиваешь. Да, лучше. Опа, ну, лучше взять и на эту. Вот. Нормально. Давай, Вадим. Красиво. Легко. Хорошо. Вот другое дело. Как положили? Лучше, чем на лучшем. 45. Не проснулся. Молодец. О! Вот это заявка. Она на мастере сколько там пенера? Ну, 35-60. Ну, у меня рывок чуть похуже. Я охуенно танчую себе. 60 уже полтинник толкал. Не, я на той неделе толкал 50 с приседанием. Ну, плюс 70 брал, да? А? Плюс 70 брал, да. А до соревнований 2 месяца еще. О-о-о! Идет на рекорд и втихаря поднимает. Хотел приборку, но не сказал, лучше видео просто сделай. Да. Давай, Леша! О! Оттолкай. А ты не толкаешь? Нет, хорошо сделал. А почему? У меня просто тренировка была рывок, и толкал со стойкой с приседаниями я делал. Поэтому сейчас просто на грудь. Похоже, я тренировку снимаю, а не тренируюсь. Давай еще раз. Чуть локти побыстрее и повыше встретить, полубасер. Во! Груди было. Завтра у меня тех соревнований просто. Он хар... Он... Нет, почему? В клину. Давай, Макс. Макс, терпи. Уже выше. Да. Ничего себе! Анатолий. О! Ты, блин. Галик, надо еще раз сделать 90. Давай. Не наручься. Все, болеем за Вадима. 150. Давай, куражись, Вадим. Мощно. Изи. Красава.
Вот что значит прям сед сел, блин. Но вообще. Не сидит. Алексей Безбородов в кадре. Давай, Леша, давай. Давай, Леша. Вообще не получится. Терпи. Итак, Вадим, стоп. А, не, еще. Рано. Блин! Несерьезно. Это несерьезно. Вадим, 155. Можешь, Вадим! Соберись! Мощный старт! Резкий уход все. Хорошо! Ладно, контроль! Красота. Молодец! Девять месяцев не толкал. Нормально. 4 месяца он не толкал. Девять. Да, записываем. Эмоции. Пойдет. Для сельской местности. Нормально. На мастера 160 надо, как тут для сельской местности? Ну, не технично, поэтому. Главное, килограммы и результат. Да, Василий, я тебе говорю. Кто-то техникой берет, кто-то силовухой. Ну, а кто-то всем... за технику не начисляют килограммы. Да. Там только поднял, не поднял. Да? Так, ладно. Что, могу? Лайца! Давай, Толик, начнем с тобой толкать, давай! Давай, Анатолий, на входе. Пытка, не пытка. Толя, сомнения в сторону. Сомнения в сторону, блин, делают толчки, а здесь просто попробуем. Давай. Что такое? Работает. Тяги все, я уже не хочу ничего поднимать, блин. Толик, ты расстроил. Я что-то ходил, смотрел на всех. Сериал настроил. А я хожу, тут всех снимаю. Я тоже тогда уже должен не расстроиться. Леха, давай. А, блядь, страшно. Давай, Леха. Леша. Ты вокруг тяги, блядь, делаешь. Леша, вся Россия на тебя будет смотреть. Надо поднять. Встаем! Хорошо! Один бы не стал бы. Да, конечно, там запас. Стой, есть. Там 75 тебя? Да. А, ну по самочувствию сейчас смотри. Фига себе, он 60 разминающий. Сколько ты толкать будешь? 60. А ты сколько, кстати, 30 начинаешь? Я с грифа. Наш. С грифа все. Встаем. Конечно, прыжочек. Спину пожестче давай. И, все. И прыжочек вверх, как будто хочешь сделать. Жопу поднял. Первый офигенно. Жопу поднял. Сильно, ребята. Лучше на два. Нет, на два это вообще. Серега. Хорошо.
Среди взрослых. До какого возраста? Сколько лет? А. 32. 32, да? Да. Ничего себе. Нормально. Закончил 34. Ты как стоят до сих пор. Закончил, ты пишешь, что готовится, ну как бы активно готовится. Ну да. Наступать. Ну, начались. Ну, по взрослым там, например. Начались всякие семейные заботы. Ну да, потом лет на 6 выпал. Да. Вообще не тренировался. Супер ров, не просто протянуть, а расти. Если бы какие-то обстоятельства не наступали. А я закончил это не из-за того, что силы закончились, а из-за кистей. Я психанул, у меня результат не рос. И Краснов, он тогда старшим тренером области был. Слушай, ну что ты не готовишься? Я говорю, вылечите меня. Пусть меня следуют, блядь, что-нибудь сделают. А он молчит. Ну тогда 90-е годы было, тогда все было в упадке. Он промолчал. Я говорю, ну никто мне не хочет помогать, только я тогда буду поднимать. За область. Так сейчас, по-моему, такая же вся тема. К сожалению, да. Только еще ухудшилось больше. Да. С допингом. История. Комплимент уже допинг. А я, кстати. Комплимент можно жрать. Нельзя кобальт жрать. Что нельзя много? Кобальт жрать нельзя. Комплимент можно. Комплимент без кобальта. Нет. А что, есть такой? Нет, я имею в виду, то есть если ты будешь жрать кобальт, то комплимент, и у тебя возьмет кобальт, то тебя не поймают, потому что там мало дозировка кобальта. А-а-а. Типа там нельзя кобальт дополнительно водить. Комплимент да? Включен, потому что там это кобальт есть, да? Да. Ну это они как бы, чтобы показательно, типа вот ну, что в комплименте есть такое вещество, да. И оно оказывается добрым. Да. Вот для этого как бы это было. Тема, да? А чем? Как будто он что-то тебе даст, блин. Я вообще пусть на лоб. Миллион лет миллион. Это хорошая тема. А сколько он держится? Привет, самый миллионин. А мы сейчас записываем, взять. Не садись. Ну вот, примерно. За голову.
Нет, встань просто. Просто выключи. Бля, я не понимаю, как. Вот. Просто выпрям спину. Вот. Сделаю вот так. На носки. И в сторону, на самую штангу. Только не садись под нее, старайся, а вверху ее прям. Вставай на носки. А сколько? 30 кг. О! А сколько цель сейчас? Че, рашивает лифтинг, может включить на мой эфир? А он говорит, интернет здесь плохо будет. Да. Я хотел прямой эфир включить. Предложил ему. Он говорит, интернет плохой. 110. Мы слышим. Давай, давай. Изи, Толя, изи. Держи. Че, прибавишь? Парик, сколько тебе сейчас? А? Сколько тебе? 8. По 5, да, даже какой-то. Ладно, все, давай, Сань. Мало. Так, настраивается. После старый здесь. Все, выключайте камеру. А какой 75? Вот здесь чем-то. 2 кг типа можно. Да. Ну да. А я весь тоже. Но я себя уверенно чувствую, как ходил. Скоростной такой, да? Все, нормально. Бешеная. Наверное, пока я один раз брал ногу, Саша мог два взять. Бросите. Я вот 8 уже давно не понимаю. Вот. Я чуть два подбираю. Делаю вот. Раз. Опустил, опять встал. С подрывом, да. Опустил, до подрыва. Опустил, с подрывом. По 4 раза делаю. Надо. Какой вес? 15. 20 тоже нужно. Ну, Саш, твой вес. Да. Ну, уже там уже твои килограммы. Давай, давай, давай. Да, подбирается. О! Потерпи. Моща. Держи. Да. Надо два слабо. Саш, ты понимаешь, что тебя загоняет? Раз такая пьянка пошла. Что дальше? 8. Подходишь 115, да? 120. А, 120? Давай. Люди прыгающие. Я легче толкал ногой. Лучше горизонтально? Я горизонтально, я сел просто, чтобы тебя все увидеть. Видно было. Мне надо как Вадиму сегодня. Прям. На пределе. Давай, давай. А то ли бодренько берет на грудь твою. Толян, соберись. 150 может взять. Поехали! Стою! Потерпи! Держи! Есть. Легче, чем. Футболочки покажите. Футболочки покажите. Вот. Я, правда. Все, приседание, поехали. Если это так шумно, так неудобно. Да. Ой, сегодня ты хочешь сказать, потому что у меня мой маски хотя бы на грудь. Гриф играть будет на приседание? Да. Это потяжелее уже. Ой,
Леш, ты че? Тебе срок 40, блин. Все. Тогда я заюсь. Стоп. Давай, теперь туда приведи с подрывом. Вот она, да. Только таз вверх. Таз вверх и не вперед. Теперь получается вот так вот делаешь. Сделай, вот. Ну сейчас подрыв был нормально. Вот сейчас опять послушал. Получается вот. Инстаграм это. Еще, а что? Он в три раза уже это упоминал. И туда дал с подрывом. В Инстаграме? Там все. Ну, там Вадим, да. О! Ближе. Вот сейчас уже мне нравится. Сейчас уже четко. Открыть, сохрани побольше. Можно прибавить. Только, Толь. 25. Давай! Легко! Встаем! Встал! Держи грудь! Держи! Конечно, но ты сможешь понять. Страх вот этого движения, вот этого хода. Не надо про страх сейчас, не надо. Мощь нормальная такая у Сашки, бля. Бля, вот именно мощь. На грудь вообще очень бодренько. Сколько? 20-ку толкает, меня обыграл, да? Все? Заведись! Толя, машина! Давай, руками не хватай. Встаем! О, размашься, по дуге пошла. Толь, ну ты че? Тяжеловато. Нормально. Не хотел руками хватать. Очень-очень легко. Не хватил, но не дотянул. Очень сам. Бодро. И прям раз, куда бы тебе по дуге размазал. Покороче, ближе к себе. Ой. Пойдешь еще? Нет. Все, главное, я определение. Все, хватит. Отвалилось. Вчера приклеили. Сегодня будет перевешивать. Ладно, 112. Если я не ошибаюсь. Давай, Саня. Я на характере. Встаем. Высоко! Встаю! Давай! Держи плечи! Держи! Ничего себе! Красавчик, блин! Какие-то безумные килограммы! Нормально! Мне надо помочь, я 20 пойду! Ё! Парень, 20 пойду, он уже сделал рекорд. Не, можно, да. Как коллектив. 2 килограмма можно. С начала недели уже в толчке прибавил. Ну как ты понимаешь? Ну что, скажете, на это, да? Да, все, надо как Вадим, Давай. Крикни, блядь. Пожестче.
Старт! Давай, на грудь повыше. Так. Самый. Кульминация, да? Самый. Все камеры кою. Я! Давай. Потерпи. Пожёстче. Давай мощно. Стой! Ножками мощно. За голову давай ее. Держи! Вот это похоже, блин! Стой! Я сам не верю! Вот это солидно! Вот это солидно! Я так не подачу стал, наверное, с молодых лет, блин! Я не поверю, я думал, ты не станешь, честно. Я сам не думал. Как самочувствие? Да вообще эйфория, блин, адреналин, пиздец. Вот с такого седа встать, да? Да, серьезно. Просто задуматься. Бешеный рост, понимаешь? Нормально? Вообще шикарно. Это невероятно, Красавец. Что вы сейчас видели, свидетели, чего вы ставите? Все, я проиграл. Да ладно. Вот этот самый опытный, самый маленький. Слова прозвучали. Этот спортсмен, он выступил последним и порвал всех. Я поднял и 17, и 20. Надо срочно с Салимом какой, знаешь, это мастер-классик такой, да, чтобы он... Толь, когда я с ним побеседовал, я ему говорил, я не верю. Я говорю, я пока не попробую твою систему, бля, я в нее просто не поверю. И даже когда я сделал первую неделю, и у меня там какой-то прирост оказался, я... А сейчас уже можно, да, про это говорить? Сейчас, да, уже можно сделать вывод. Уже прошло 4 недели. Ну вот, это здесь, понимаешь, это здесь для определенного уровня. Спасибо большое, спасибо. Знаешь, для тех, кто умеет снимать, задача именно вот выжить. Да, да, да. А он так и говорил.